Завершился конкурс народных арт-объектов, организованный сервисом путешествий Tutu.ru. Оценивались 85 предметов самодеятельного искусства из каждого региона России. После 10 отборочных раундов был выявлен победитель. Им оказался магаданский мамонт в бухте Нагаева, автор композиции, скульптор Юрий Руденко. Какие эмоции испытывают жители Колымы после победы в таком масштабном конкурсе? Я рад, доволен, заслуженная победа, считаю. Из всех представленных участников, думаю, мамонт был самым достойным. Я считаю, это хорошее достижение для культурной жизни Магадана, поскольку все другие представленные скульптуры из того, что приходилось выбирать, они вообще без вкуса запованы, а только наш, я считаю, очень креативный мамонт. Я думаю, со мной жители этого города полностью согласятся. Ничего. Вообще ничего, никаких Нет, эмоций. Никаких. Отлично. Это здорово. Он действительно крутой. И, ну, среди претендентов там не так много было у него конкурентов на самом деле. Я очень рада, что мамонт выиграл конкурс. Вам нравится эта скульптура? Да, очень нравится. Гордый за свой город, что ли? Прекрасно. Композиция «Время» — моя самая любимая композиция в Магаданской области. Автор выразил наш дух очень замечательно. Довольна, что Магадан у нас светится. Скульптура была открыта 7 сентября 2013 года. Высота мамонта 5 метров, а вес почти 6 тонн. Вблизи эта композиция напоминает часовой механизм, покрытый коррозийной пленкой, напоминающий по цвету шкуру мамонта.